вариант. Угловой выход, автоматические двери. Вид со второго этажа. Но тут почему-то вход в администрацию. Второй этаж. Первый этаж — это у нас лечебные всякие, процедурные кабинеты. А вот именно на второй этаж административная часть. Вот. Что, сделаем марш-бросок до этого фонтанчика какого-то там. Попробуем. Время 15:30. 15:30. В 18:00 ужин. Надо вернуться до этого времени. Туда пойду пешком, а обратно возьму такси. У меня что-то еще и нога маленько подхрамывать начала. Из-за этих процедур, может, разбередила. Ну и заодно покажу, тут у нас кустарники какие интересные. Красиво так стоят. Я надеюсь, качества достаточно, потому что я чуть понизил для того, чтобы загружать полегче на YouTube. Так-то я вижу, что качество получше у меня снимает, но почему-то при переформатировании оно страдает мал-мал. Ну ладно, пойду. Вон как раз кто-то играет большой теннис. Никогда не пробовал, даже не хочу пробовать. По-моему, сложная штука. Так, ну, собственно, повтор. Вот я здесь, сейчас вниз по вот этой штуке спускаемся, доходим и по Ленина улице идем в сторону вот этого вот Петушок и Данного ущелья. Говорят, красиво. Ну, говорят те, кто ездил на такси. Я сейчас попробую дойти до этого места пешком. Так, вот я дошел до этой улицы, до пиццерии, и мне налево. Вот опять же, продаю. Мне теперь налево по этой аллее. До конца. Ну, тут ветер такой и есть. Ничего не могу сделать. Может быть, потом еще сбегаю, когда безветрие будет. Ну, а сейчас будем идти. Не успел отойти. Уже первый мой мемориал. Мужичок гидует, рассказывает кому-то, что это такое. Вью, что я нашел. Сейчас за солнышко зайдем. Да, еще номер 101. Длинная штука. Ну, мне буквально по грудь. А кто такой? Пантиак. О. Лихая штука. Видимо, гостиница. И вот наверху, на крыше, все защищено от дождя. Видимо, там можно гулять. Ну и вот я дошел до того места, где я ошибочно вошел в санаторий, вон в тот красный. И вот сюда мне вызвали такси и увезли потом уже в санаторий Горный. Ну, понятно теперь вообще, где как, что расположено. Это летняя кафешка. Тут я видел интересный
мельницу, ну или как там, ключ. Сейчас покажу. Вот так вот. Ну да, мельница. Ну, детский парк совсем я уж не стал показывать. А бог ты мой. Ну, в основном вот ларьки, 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 ларьки. Травы, травы, травы. И детская. Где-то вот тут уже должен быть вход и еще найти эту скалу, куда забираться-то. В принципе, времени у меня еще полно. Ну, опять же, сувениры. Давайте на ту сторону сходим. Половина открыта, половина продается. Ой, солнце прям вот в шар светит. Я не знаю даже, как так снять, чтобы не мешало. Киностудия какая-то. О, тир. Электробайк. Это, видимо, для экскурсий. Ну, а там, как обычно, выпечка, мороженое, мини-зоопарк, вон козы. Козы стоят. И то ли мини-гольф, то ли чё. Непонятно. И там же вниз у нас катамараны. Тут Владимир Ильич, если я ничего не путаю, по затылку. Точняк. Ну вот теперь понять, как забираться, куда, в какую сторону. Нет чуть ни одного билборда. Нету с указателями. Куда идти-то? Мне на гору надо. В общем, около Вовки надо вот сюда вот повернуть. За царство Нептуна. Либо с этой стороны, сказали, либо с той стороны. Я-то по обыкновению уперил туда метров на 200. И, как обычно, я нашел тупик очередной. По навигатору смотрю, который пробился еле-еле в эти кущи. Чё? Скала спасения, набережная, не то. Не туда. Сейчас выясним у аборигенов. Все верно, идем. И вон та тропа, они, видимо, сойдутся. Да, вот они. Тут сходятся. Да что меня по кругу-то катает? Нет, ну, наверное... Ну, идем по правилу правой руки. Тупо будем обходить все, что справа сначала. А потом левее-левее. Начинается, блин, подъем. Ну, видишь, как люди идут. Они так идут, потому что по-другому нельзя. Ты бежишь вниз. А нам надо аж вон туда. Ё-моё, можешь не пойти. А можешь, как я люблю, вот здесь пойти. Да? Их. Так, это мы докуда дошли? Ну, пидоров везде полно, это понятно. Они везде еще свою рекламу добавляют. Так, это, походу, она просто недоделанная. Тут бетон должен быть. И фига там далеко. Ладно, все, обойдем. Во. Как интересно. Что самое интересное, я был аж вон там. Видно, нет, пляж. Вон там, внизу. Это я от замка. От замка, когда прошелся. Вон там. Вот эти камни аж вылизаны. Видно, не видно вообще, что я говорю, слышно. Это что-то новое. Там находится тропа для экстремалов. Вон тоже ступеньки. Видимо, древнючие еще. Раньше так залазили. Ну,
скала. Интересно, чем она вылезена так. Ну а где я сейчас нахожусь, это, видимо, какой-то промежуточный. Так, промежуточная остановка, надо наверх идти. Куда-то дошел, не понял куда, но это вроде верхняя точка. Я оттуда пришел. Если он туда, оттуда прийти. А есть еще проход вниз. Вниз, 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 и вон туда, вон наверх. Ну, мы трудности, как говорится, любим. Посмотрим, что там внизу. Чтобы было понятно, я вот тут вот был уже. Главное не ее. Так, это что, скала, что ли? Ну да, она скользкая. В мокасинах-то да. Так, я что-то подозреваю, что это и был петушок. А, вот это я в брошюрах видел, тут какие-то огонь еще лежал. Ну и вниз ступеньки для экстремалов. Их, как все лихо. Но я не могу найти петушок, который был на картинке прям. Что тут написано? Какие года хоть? Не понять. Может, вверх сходить? Пойдем вверх, короче, сходим. Главное, чтобы выйти обратно и до ужина, до 18. А время сейчас я не знаю сколько.